По данным Казгидромета, в Астане с 26 по 28 августа ожидаются гроза, временами дожди и град. Поэтому все коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме. В городе задействовано 13 очистных сооружений, 3 пруда-накопителя, около 15 насосных станций, а также порядка 110 осенизаторских машин и другой техники. Недавно аномальный ливень в столице, во время которого за несколько часов выпала месячная норма осадков, показал все места скопления воды. Если в прошлом году таких было 12, то в этом всего 3. Одно из них на проспекте Баужана-Мамышулы. Установили еще с прошлого дождя дополнительный насос на 2000 кубов. Также на 650 кубов у нас установлен тоже насосы. Сами очистные карты полностью опустошили. Мы готовы на очистном сооружении Акбулак. Также по другим очистным сооружениям то же самое. Везде карты опустошены, мы готовы. Ну и при этом же сегодняшний дождь показал, что система ливневой канализации по городу отлично сработала. Кроме того, установлены 2 дополнительные передвижные насосные станции. На круглосуточном дежурстве находится более 200 специалистов коммунальных служб. По городу задействованы более 100 единиц техники. В основном они работают на участках, где нет сети ливневой канализации, и на участках частных секторов. Работаем днем и ночью в 2 смены. В общем, мощность очистных сооружений в Астане составляет 215 тысяч кубометров воды в сутки. Руководство Акимата регулярно, лично совершает объезд проблемных точек. Ситуация в городе стабильная. После большого дождя 20-21 августа все магистральные трубопроводы провели телеинспекцию, проверили. Все готовы принимать воду. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим, потому что гидромет передал штормовое предупреждение, грозы, сильные осадки. На сегодняшний день, на данный час, держим на контроле. Город растет, реконструкция и модернизация ливневой системы ведется непрерывно. В планах до конца года завершить строительство 2 новых очистных станций и закончить реконструкцию 7 насосных станций. Азиза Макулбаева, Марк Пришко, Хабар 24 из Астаны.